Сенатор Маккейн, известный своими радикальными антироссийскими взглядами, прилетел в Днепропетровск. Штаты и дальше будут помогать Украине. Политик об этом заявил открыто. Сегодня Маккейн встречается с руководством страны. Один из главных вопросов для обсуждения – это поставки оружия. А в Днепропетровске Маккейн посетил лагерь силовиков. Сенатор пообещал, что США обеспечат украинских военных самой современной техникой.